Сегодня у нас 30 ноября, и мы продолжаем уроки по наземной подготовке. Сегодня условия достаточно боевые. Фоновый ветер 6-7 метров в секунду, порывы до 13-15 метров в секунду. Поехали! Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Продолжаем закреплять упражнения корпус, баланс корпусом без клеван. Работаем корпусом, поворачиваем. Смотрим, как работает корпус. При повороте влево у нас поднимается относительно нас, а мы стоим лицом к крылу, левая консоль. Поворот влево, поднимается правая. Если у нас крыло лежит немножко неровно, соответственно, когда мы просто пойдем назад, оно у нас будет криво выходить. Поэтому нужно сделать акцент на ту консоль, которая выстрелит первой, и повернуться к ней. Повернулись. Опа, ровненько. Развернулись вправо к той консоли, которая еще в воздухе. И пару шагов к ней сделали. Раз. Повернулись, сделали пару шагов. Повернулись. Работаем корпусом. Подходим, держим. Повернулись консоли. Так. У нас сейчас будет выстреливать первая, наперво левая сторона, потому что она более под ветром стоит. Поэтому нам надо приподнять и сделать разворот направо корпусом. И как бы вытаскиваем ее первую. Смотрим. Опа! Развернулись. Ровненько положили. Подошли. Подошли. Не просто подходим, а подходим к той консоли, которая еще остается в воздухе. К ней делаем пару шагов и, соответственно, ту сторону, допустим, правая в воздухе, делаем шаги вправо и к ней. Это нужно для того, чтобы она не сделала вертолет, то есть не развернула крыло заборниками вниз. Подходим вправо и к консоли. Все, крыло ровно лежит. Сейчас эта консоль первая выстрелит. Делаем разворот влево и вытаскиваем ее. Раз. Раз, пошли вправо и консоли. Отравняли, подошли вправо. Консоли подошли к правой. Подходим. Немножечко держим в нагрузке крыло, чтобы заборники вниз у нас не падали. А были в боевой готовности. Подошли консольки. Подходим влево и к ней. Отработали. Отлично. Все, закончили упражнение. Flawless victory.